Папа Римский Франциск принял накануне в Ватикане президента государства Палестина Махмуда Аббаса. После аудиенции у понтифика Махмуд Аббас встретился с секретарем по отношениям с государствами архиепископом Доминики Мамберти, сообщили в пресс-службе Ватикана. В ходе бесед Аббаса с понтификом и Мамберти обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в особенности вопрос о возобновлении переговоров между израильтянами и палестинцами. Обе стороны выразили надежду на то, что этот процесс может принести положительные результаты. Это позволит найти справедливое решение конфликта, что представляется сегодня все более и более необходимым. Была также выражена надежда, что стороны примут решения, призванные содействовать миру при поддержке международного сообщества. Глубокая озабоченность остается, однако, относительно ситуации в Сирии. Но стороны надеются, что диалог и переговоры помогут вытеснить логику насилия как можно скорее. Относительно двухсторонних отношений было выражено удовлетворение по поводу успехов в вопросе разработки соглашения по ряду существенных аспектов жизни и деятельности католической церкви в Палестине. Речь на встрече шла также и о ситуации, с которой сталкиваются христианские сообщества на палестинских территориях и на Ближнем Востоке, сообщает портал «Седмица.ру».